Мы тут на миссии одной остановились. Почему тут не стрельнули? My blunderbuss is without ammunition. Стой, челлендж, миссия. Короче, у нас миссия в том, что у нас нам дали сундучочек, который нужно стрелять из пушечки. Патроны у нас бесконечные для стрельбы в эту штучку. Но есть проблема, что нам этой штучкой надо всех убить. Этим конкретным сундуком, то есть у него есть радиус взрыва. Он всех убивает, но проблема в том, что, во-первых, этот сундук надо таскать, и таскать его нужно без стелса, что немного проблематично. И таскать его очень тяжело и долго. Банально по времени даже. Ну и плюс надо еще иметь возможность стрельнуть из него, а стрельнуть из него радиус примерно такой же, как у этого сундука взрыв. Не всегда удается стрельнуть по нему. Плюс у нас отвратительный персонаж для этой миссии, это Пинкус. Пинкус, который хочет вселяться в тела других челов, но живых, при этом не мертв, как, да? А мертвых он не вселяется. И он не может этим заниматься, потому что у нас чертов сундук. Так, ну что, сюда же никто не смотрит. Давайте сюда куда-нибудь к этим челам подставим сундук. Ну, не знаю, возможно ли вообще, а что-то стало? Иди. Стало что-то. По идее, возможно пройти нашим составом. I'll be there soon. One shot only. No time to be subtle. Так, пошла. А, там на лесенку. I like this gun. Нам надо 25 убить челов, у нас уже 7 убитым. Well, well. В прошлый раз мы занимались тем, что в принципе пытались патрон подобрать единственный, да? Чтобы у нас хотя бы был. Можем еще второй подобрать с другой стороны, но это может быть в будущем. Потому что у нас пока что только один персонаж может стрелять в этой штуке. Блин, плохо не видно радиус. Какой будет все это. Да, пока по нему не прицелюсь, и радиус не показывается. Благо, патрон бесконечный. Иначе это было бы непроходимо, если все патроны надо было еще где-то брать. А, вообще, на максимальной сложности, в принципе, непроходимо, потому что у нас 0 патронов изначально. Мы, в принципе, никак не могли стрельнуть эту штуку. Нам бы пришлось подбирать, и подбирать мы тут можем максимум 2 патрона. Поэтому нам бы это не сильно помогло. А из радиуса, кстати, надо выходить, потому что эта штука нас тоже дамажит. А наверх это будет дамажить? Было бы удобно. No second thoughts, eh? Так, ну его чел видит, но нам пофиг. One shot only. Ну, сохранись, посмотри, что получится. From here to there. Несчастный случай. Вообще, вроде сундука не считают как несчастный случай, то есть тревогу не поднимают. Если бы мы также на его глазах убили, и с какой-нибудь там стрельнули или чего-нибудь, еще что-то такое, то он бы переживал чуть больше. Так, мы, кстати, трупы не прячем. Ошибка, наверное. Von Preiswald, at your service. Yes, here. Sneaky dead. Look, dead. Вообще, это пускай наверх идет, она там пригодится. Сначала до сих пор ходит. If you must. Отпускать, таскать труп, все равно бесполезен слегка. Cross the sea. Этот чел, пока здесь ходил, можно было, наверное, тоже на сундук попробовать заманить. This is not the kind of labor suited for a von Preiswald. I like the taste of it. Так, много прятали трупики. Why not use my power? Your memories are much appreciated. Так, so many tricks. Чисто в теории мы можем попробовать его сюда подпонить. Не уверен, получится ли, как будто бы нет. A little souvenir. Get ready, Kuma. Да, далеко. I'll be fast. Слишком далеко. Можем здесь подняться.
Сюда встанем? Блин, все равно далеко. Так, ну, ну вот как раз таки проблема, потому что наверх нам тяжело будет сундук занести. Так, а можем ли мы стрельнуть? А, мы можем, например, знаете, вот сюда на самом деле его заманить. Точно так же грохнуть, как вот этого грохнули, и там будет пофиг, потому что он комиссар. Единственное, что откуда нам это сделать? Может, чуть повыше его занести? Куда смотрит? Практически не смотрит сюда, да? Сюда ставить. Сами тоже сюда поднимемся. Можем отсюда выстрелить? Ну, вроде можем. Правильно это выглядит, да? При этом будем не в радиусе, хорошо. Так, теперь... А, блин, это тоже не знаю, чего у всех такой рейндж маленький? The Corsair is ready. Давайте попробуем. Oh, a memory. Follow the little ones. Never look back. Call them to you. Там, блин, он уже выйти успел. Спохоть. We're back. They'll come to you. My soul is razor sharp. This is fun. Why don't I walk this way? Так, отойдем. Let's get moving, eh? Теперь надо выстрелить, попасть. Consider it done. But something is amiss. Этому пофиг. Хорошо. I have my duties. May the maid forgive this error. Хотели как-то сундук поставить так, чтобы его убить. Но он вроде далеко, на далеко отходе, да? На долгое время, точнее. Надо посмотреть, куда он здесь встает. Ну, куда-нибудь сюда, наверное, точно хватит. Да, здесь проходит. Короче, сюда поднести. Будет окей. Проходит отсюда. Идем сюда, ставим сундучочек. Там сваливаем в этот кустик. Пускай будет так. One shot only. It's going to get loud. Все. Ждем, когда он в радио заходит, убиваем его нахер. Так, сколько? 12. Половину сделали. Так, ну трупы вроде бы... Если кто-нибудь не должен увидеть, ну давайте все равно попрячем. Давай, давай, бери. Что? Так, а соратницы здесь разве не должны были стоять? Вот бы я даже по карте их видел. Как там карту открыть? А, на какую кнопку? Есть вообще кнопка для карты? А, нашел. А, вот они где стоят. Это тоже не они. А, это колокольчики, что ли, стоят? А сородницы здесь нету. Это колока. Колокола. Так, о, а как, а мы можем по лестнице подниматься? А, мы снизу можем грохнуть. Он как бы сверху вниз бьет, поэтому этого чела заденет спокойно. А через пещерку мы вас просто можем проходить с сундучком? Well, well. Heave-ho. Я думаю, что мы, в принципе, по лестнице умеем ходить. Да, мы не можем по лестнице. Impossible. Так, а кидать эту штуку мы можем? I like it. Нет, только вниз All можем right. ставить. А, получается, никак нам не пройти с этой штукой через пещерку. Что здесь нам надо по лестнице подниматься, либо прыгать сверху, что мы не можем. Либо тоже по лестнице. Не, не, тогда без вариантов. Тогда без вариантов. Ну и по мосту нам невозможно пройти. Слишком много чел сюда смотрит, и это комиссар сюда смотрит.
Как будто бы этого чела тоже надо убивать. Давайте посчитаем. Вон тут у нас 12-25. А, вот этот враг, по-моему, мне не засчитался. Просиди, да? Минус смотритель. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, как бы 13 челов есть. То есть можно одним комиссаром пожертвовать, потому что я хотел здесь пройти, не убивая его. Как бы здесь мы тоже проплыть не можем, если снизу начинает. То есть нам надо точно сверху проходить. Этого чела мы никак не можем убить, поэтому... поэтому минус это чел. Can't catch me. Так, нам тут мешать будет, да? Да, немного посматривать. Your turn, Kuma. Time to move. Right, coming. Get ready, Kuma. Так, это надолго вам здесь ключок. Yes? Это нам убивать как бы не надо. Блин, какая у меня кнопка отмены? Я перепутал кнопку отмены. На это нажал. Должно ли они зависнуть? Факт. А, блин. Моментально замечает. А, проблема в том, что он не успевает дойти до енота. Watch me, sensei. Надо быстрее действовать. Nice little stroll. Вот, блин, нет, снизу. Блинский. Слишком быстро замечает. I'll send them your way. Swift souls. Nice little stroll. Ты чел увидел. Dizzy, I'll send them your way. Watch me, sensei. Flame guides me this way. Я же нашел, алло, тупая игра. Think hard, everyone. Oh, yes. Yes, good plan. Nice little stroll. Блин, сюда же повернулся. This feels so weird. Нет, чуть не вариант. Да, короче, другого персонажа подвести. What's in it? Тебя хотя бы даже. Consider it done. Нет, это сундук носишь, короче. Стой, носи сундук. Так, для тебя тут лестница есть. Пойдешь. Так, здесь аккуратненько надо. У нас кто-то здесь спалил, кто-то спалил, да, в прошлый раз. В принципе, если не бежать, то никто не спалит. Так. It's an adventure. Наверх мы же можем бесплатно зайти. Здесь в порядке у нас для нас. Your power is amazing. Can't catch me. Did you see that, Kuma? Так, все, минус чел, конечно, но нам по-другому никак. Слишком сложно. I'll send them your way. Так. Let's get moving, eh? Ищем сундучок. Now we're... Let's get you somewhere else. Ну, конечно, может быть, можно было его отвлечь как-то, чтобы пронести. Я уже пытался вот здесь это сделать. Это было прям, ну, супер... даже не близко. Сначала, ну, очень на малое время откликается. Ну, такое себе. И что это начало? Да, это изи. Надо к нему поближе поднести. Либо можно его приманить. Вообще, его там может быть кто-то видит. Opportunity cards. Можно спокойно к нему подносить. Curious sound. Grant me a second. Straight to the point. Да не все равно то, что он вроде бы чел снизу подошел. Please follow someone else. My soul is razor sharp.
Let's make it accident. Я это чело увидел? Да блин. Все-таки увидели его. А, я двоих убил. А, я случайно снизу чела еще убил. Ну тогда еще одного убил. Да, что-то чели снизу я даже не подумал. Случайно его зацепило. Ну, а ешка как бы. Что тут поделать? Я ну, вроде окей, все. No second thoughts, eh? Heavy. Иви. And you have no idea how they got there? Not the slightest. Well, well. This place is scaring the wits out of me. Von Preiswald, at your service. Let's see what's out there. One shot. Блять. Что-то возможно будет. Да, не видно. I like it all. А, вот отсюда можно. Let's make it count, eh? Да. Let's capture this moment in time, in case our освобожденные. Accident. Убить одного лишь Афи и трех стражников через 7 секунд. Да, сундук нам засчитали, да? Ой. Там небольшой нюанс произошел. Remember. Great bomb press file. Засчитаются Афи все килы, да? Ну как бы она сундук считает, убьет, стреляет, да? Поэтому ей засчитывает. My soul is razor sharp. И чё, что дальше у нас? Эти челы дальше, да? Этот надо беспокоить немного, а вот этот вроде вообще не беспокоит. И то, что чел ходит туда-сюда, надо следить. I like it already. Плохо, достаточно нам все видит. Let's get you somewhere else. See you. I'll remember. It is a joke. Так. А этот чё умер? А, мы этого зацепили. Ладно. Неплохо цепляем. Should we tell a commissarius about this? No, better not. They will think that we neglected our duty. Может быть, нам ту сторону пройти, вот с этой стороны бахнуть сразу двоих, когда они здесь разговаривают? М? План? Погнали. Да, они уже здесь. Не уверен, что могу подставить успеть. А, ну вообще вот здесь как будто бы они не видят. Consider it done. No idea how they got there. Not the slightest. This place is getting like out of me. А куда ты идешь? Да блин, не может стрелять сюда. Now we're getting somewhere. Так, тогда сейчас поставим немного по-другому, наверное. Heave-ho. Сюда. Там и сюда перебежим. It's going to get loud. Но этих должны цепануть, да? Так, может быть, еще кто-то на них сагрится, подойдет посмотреть, мы еще там грохнем. Ну, типа того. Сейчас, погоди, ничего, у меня перезаряется пушечка. Сюда. Да. Ты один тут стоишь? О, еще один выстрел. У нас еще теория, это может стрелять в теории. Давайте ей возьмем пушечку. А с максимум один, да? То есть 0 из 0 это наш максимум. Так. Dragon shot. Opportunity call. Так, где мой сундучок? Сколько у нас там? 25 человек осталось, кстати. Уже почти сделали. Что близки к развязке. То есть этот один, а эти двое, и вот эти есть снизу, где тут еще комиссар. Вот этот, например, да, и вот этот. Straight to the point. Так, а где это стоит? Sneaky dead. Never look back. I'll be there soon. Так, никто даже не заметил.
пропажи. О, блин, а может до этого, кстати, достанет? Он так подошел. Да не уходи, не уходи, не уходи, не уходи. Достал бы до него. По идее, кстати, достал бы. Подождите, когда он вернется тогда. Чтобы туда к нему не спускаться, мы тут сверх сейчас всех поубиваем. Блин, это противный. Наверное, так избавимся. А, его даже никто не увидел. No second thoughts, eh? Опять их достанет отсюда. Достанет. A moment to remember. Этому пофиг. В принципе, его можно просто стрельнуть. Ага. А ну, могли просто убить. Разница. Просто, чтобы сундук было легче донести. Сундук пока. Хеви. Ну все, тащим, тут вроде никого не осталось. Так, давайте, чтобы не все киллы, а фи ушли. Стрельнем один выстрел Юки. Подальше отойди. Cross the sea. Фил. Ну как распечатаем, да, ритуал исполнен. И чё там? Well, a rain of daggers to test us, and a special dagger as a reward. Let's get it back on deck. I'm eager to examine its magic. Watch me, Sensei. Возвращаемся. Так, нас там с другой стороны вроде был открыт этот разлом. Ну, вернемся. Найс, один блин с одной стороны побежал, другой с другой. Leave it to me. Они к такому пришли интересным. Так, давайте сами пускай бегут к разлому. Я думаю, они найдут путь. Ой, ну ладно, ультра халява, то что персонажи сами находят путь, как им бежать. I can do that. We're coming, Marley-san. Through the below we go. Окей. Все казалось легче, чем казалось. Но я больше всего боялся, что мне врагов банально не хватит. Так аккуратно всех убивал. Пытался никого не упустить. А, еще вначале мы очень долго искали эту штуку, да, владелом. Ее достаточно легко было обнаружить. Удивлением. Блин, вначале с этим челом тоже очень долго тупил, что я не хотел его убивать. Пытался очень долго мимо него пройти, пытался. Надо было его просто убить и все, и не париться. Вот этого мы капитана убили, вот этого мы убили, и вот здесь где-то убили. Вот на крыше кто-то стоял. На крыше, здесь. А еще кто-то третий был. А, вот здесь третий был. В целом они нам не сильно пригодились. Прям очень быстро киллы сделали, да? То есть, можно сказать, 40 минут здесь тусили, в этой части, и 3 минуты здесь. А 50 минут проходили. 26 киллов. Ай, 7 юки. А, мы вначале еще кого-то убивали, по-моему, просто так. Блин, пинку здесь прям максимально не нужен, здесь нужна какая-нибудь Зулейда. И даже без нее можно справиться. А просто кустики создают удобные. А пинку здесь максимально бесполезен. Тут монетки может бросать. И.